Любимое блюдо есть? Да, это макароны с сыром и компот. А тебе что нравится? Гречневая каша. Учеба учебой, а обед по расписанию. И сегодня питание школьников под чутким ежедневным контролем взрослых. Щелковская школа номер 2 за 2 смены в столовой питается более 500 ребят. Качество питания всегда было под чутким контролем как руководства школы, так и родителей. Как только президент объявил, что у нас в стране с сентября месяца все детишки начальной школы будут получать горячее питание бесплатно, так сразу же в Московской области возникла идея акции «Родительский контроль». Замечательная идея, мы родители с удовольствием ждем. И на сегодняшний день, конечно, по поручению правительства Российской Федерации и Московской области осуществлен родительский контроль на официальном уровне. А это значит, что с начала февраля контроль качества питания со стороны родителей происходит ежедневно. Для этого в школе номер 2 определили время проверки. С 10 утра до полудня родители могут протестировать питание прямо в школьной столовой. А пожелания относительно качества еды оставить в специальном журнале. Проверил, как проводится процедура контроля школьного питания в учреждении, и глава округа Сергей Горелов. Ознакомился с родительским журналом, меню и сам оценил еду в школьной столовой. Оценил достойное качественное питание. Услуги по питанию в учреждении предоставляет индивидуальный предприниматель Константин Безбородов под эгидой комбината «Концепт», с которым заключено соглашение на соисполнение. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.